здравствуй, дед, которого нет. Мне исполнилось 10 лет. Мне признался учитель наш, что ты выдуманный персонаж. Я подарка не попрошу, сам не знаю, зачем пишу. Как доставит велосипед тот, кого и на свете нет? Знаешь, дед, которого нет, проживи миллионы лет, и снежинки на бороде не растают в твоем нигде. Пусть чудесно проходят дни, будет время, ответ черкни, напиши мне абзац другой, твердой, выдуманной рукой.